С начала года в Северном Казахстане произошло почти 600 пожаров. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Материальный ущерб превысил 215 миллионов тенге. Об этом журналистам рассказали спасатели на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Увеличение количества пожаров наблюдается в районах Махжана Жумабаева, Тайншинском, имени Габита Мусрепова, Кызылжарском и в областном центре. Наиболее благоприятная обстановка в Мамлютском районе. С начала года там зарегистрировали 18 пожаров. Это на 14% меньше, чем в прошлом году. В большинстве случаев причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Один пожар зафиксировали на прошлой неделе. У нас имеется снижение количества пожаров 21 в прошлом году и 18 в 2021 году. За прошедшую неделю у нас был один выезд на пожар. Он успешно ликвидирован. Пожар был при хранении грубых кормов. Это у нас село Воскресеновка. Пострадавших при данном пожаре не имелось.